Рада приветствовать всех на своем канале. Хочу раскрыть секреты зрелого обаяния женщин за 60, что их молодит и делает привлекательнее. Любая зрелая женщина хочет выглядеть молодо. У некоторых это получается, им часто делают комплименты, а у других нет, и они даже выглядят старше своих лет. Ступая в зрелый возраст, женщина часто начинает подготовку себя любимой к старости. Она отказывается от походов по модным бутикам, салонам красоты, ярмаркам. Все эти прелести, по мнению таких дам, должны достаться более молодым, которые хотят выглядеть стильно. Но на самом деле можно и в 60 лет выглядеть моложаво и очаровательно. Для этого даже не потребуется много усилий. Иногда достаточно одного лишь желания выглядеть хорошо. Безусловно, после 60 лет можно смириться с годами и посвятить себя внукам, детям, котам. При этом совершенно можно забыть, что родились женщины, что некогда выглядели привлекательно и получали массу комплиментов. Однако этот путь менее радостный, чем тот, который предлагают современным бабушкам стилисты и психологи. Как выглядят женщины в 60 лет, зависит от образа жизни, генетики, ухода за собой, умения подбирать подходящую одежду. В этом возрасте замаскировать признаки старения становится затруднительно. Появляются глубокие морщины, выраженная седина, волосы становятся тоньше, изменяется состояние кожных покровов, иногда образуются пигментные пятна. Сохранять стройность становится все труднее и труднее, поскольку метаболизм замедляется. Если не сократить потребление пищи, женщина легко может располнеть. Изменения происходят и в гардеробе. Нередко после 60 происходит отказ от приобретения вещей в модных магазинах. Однако неправильно подобранная одежда визуально старит, может подчеркивать недостатки внешности. Секреты сохранения привлекательности после 60. Когда исполняется 60 лет женщине, она может продолжать выглядеть молодо, если правильно ухаживать за своим телом, кожей и лицом. Необходимо подобрать подходящие средства для ухода за кожей. Они помогут замедлить образование морщин. Можно воспользоваться услугами косметолога, сделать лифтинг, подтянуть кожу. Подойдут и домашние методики с натуральными масками для лица и рук. Следует использовать питательные кремы, увлажняющие кожу. Хорошо помогает вода. Рекомендуется употреблять ежедневно по 1,5-2 литра жидкости. Лучше отказаться от вредных привычек курения, употребления алкогольных напитков. Табак и алкоголь негативно влияют на состояние кожи, делают зубы желтыми, ускоряют процессы старения. Такие привычки негативно влияют и на здоровье. Загорать тоже не следует. Солнце сильно сушит кожу, что негативно повлияет на состояние внешности. Что касается одежды, женщине лучше отказаться от слишком коротких обтягивающих вещей. Стразы, пайетки, кожезаменитель выглядят не слишком хорошо. Не следует приобретать мешковатую одежду. Лучше отказаться от дутых курток и длинных темных юбок. Хорошо смотрятся костюмы. В качестве низа можно выбрать юбку длины миди или брюки. Хорошо выглядят также трапециевидные платья. Для полных женщин такой фасон тоже подойдет. Джинсы и брюки следует выбирать прямые, с высокой посадкой. Допускается и свободный крой. Кардиганы, жакеты, свитера должны подходить по фигуре. Летом можно одеваться в легкие платья, юбки, блузки и футболки. От избытка черного лучше отказаться. Этот цвет сильно старит. Используйте комплементарные цвета, которые больше всего вам идут и соответствуют вашему цветотипу. Их надо носить около лица. Отлично смотрятся на зрелых дамах бежевый, песочный, бирюзовый, коралловый, светло-розовый, оттенки серого. Добавьте ярких аксессуаров и украшения в свой образ. Обувь можно выбирать на плоской подошве или небольшом каблучке. Что больше всего старит женщину? Это недовольное выражение лица. Потухший взгляд, пессимистичное отношение к жизни. Также это отсутствие улыбки на лице. Согласитесь, когда женщина улыбается, она расцветает. У нее появляется блеск в глазах, от этого она выглядит моложе, а потухший взгляд отталкивает людей и старит.
Привычка смотреть на жизнь негативно и везде искать виноватых превращает женщину в старуху, от которой люди стараются держаться подальше. Пессимизм приводит к болезням. Молодость – это не столько возраст, сколько состояние души. Все мы видели пожилых женщин, которым давно за. Но они не утратили интереса к жизни, они энергичны, находят время для работы, физической активности, хобби, внуков и так далее. Молодость духа у человека внутри. Выглядит моложе, помогают положительные эмоции. Доброжелательная улыбка делает лицо более молодым, добавляет также привлекательности. Не говорите себе «я справлюсь, у меня все получится, жизнь меня любит и помогает мне, у меня все хорошо». Любую проблему можно решить. Оптимисты видят стакан наполовину полным, а пессимисты наполовину пустым. Есть выражение: у желания 1000 возможностей, а у нежелания 1000 причин. Вы не должны ни у кого спрашивать разрешения на процветание, счастье и вообще на что-либо. Что еще молодит женщину? В первую очередь, это ухоженность. Также это красивая стрижка, тщательно уложенные волосы, легкий макияж. Ухаживать за собой – это значит не лениться прикладывать усилия, чтобы красиво выглядеть. Прическу, макияж, маникюр можно делать в любом возрасте, даже преклонном. Нужны большие деньги? Нет. Кто-то скажет, мол, чтобы женщина выглядеть, надо иметь много денег. Ничего подобного. Единственное, что для этого нужно, это желание нравиться. Если оно есть, то даже при скромных средствах можно найти способ привлекательно себя подать. Все мы встречали пожилых женщин, излучающих шарм и обаяние. Они ухожены, доброжелательны, у них располагающая улыбка, они притягивают к себе людей. Сейчас модно выражение «полюби себя». Многие под этими словами понимают призыв к эгоизму и себялюбию, но любовь к себе – это совершенно другое чувство. В понятие женственности оно тоже входит. Главное, что нужно, чтобы быть женственной – это желание нравиться, ощущение своей привлекательности. Вы должны излучать послание «я приятная женщина, хорошо выгляжу и вижу, что вам я нравлюсь». Это действительно притягательно. Такое мироощущение говорит о радости жизни и привлекает людей. С возрастом женщины избавляются от комплексов, присущих молодым. Они становятся более уверенными и открыто смотрят на мир. В их взглядах отсутствует пафос и самовлюбленность. Это притягивает окружающих, несмотря на возраст. Хотите выглядеть молодо и привлекательно? Выводы делайте сами. И знаете, что на канале «Жизнь женщин» есть много интересной и полезной информации для вас. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я вас всех благодарю за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!